Всем привет! Прибыл я в Воронежские озера, решил здесь поснимать. Вот такая вот елочка меня встречает. Сейчас зайду за территорию кафе, соответственно. Просто прогуляюсь, кружок намотаю. Так и... Ну что, влево или вправо? Куда? Можно прям по центру озера. Ну что, пошли вот так сначала за территорию кафе. Дальше дорога-то есть. А, вон, да, да, вижу, отлично. Да, чудная снежная погода. Эх, я помню, в июне 2016 года вот на этой лавочке сидел. На озере так хорошо было. Вот прям на этой сидел. А может и на той. Ну спускаться не будем. Ладно. Да, сейчас перчатки-то надену. Так, перчаточку надеваем, вот, и все, и дальше идем. Люди катаются вовсю с горки. Красота. Это как бы первое озеро, а там еще второе. Прям поперек можно пройтись, наверное, по всему диаметру, пройдусь или нет. А, это вход туда, во двор. Понятно. То есть тут не одно, сразу три озера. Я все время думал, что здесь одно. Ладно уж. Второе озеро. Все. Снегом засыпано. Иду, если честно, сам не знаю куда. Ну что, или туда, или так идти лучше. Лучше здесь или там. Опа, ладно, уж тогда полный радиус сделаю. Здесь пойду. Думаю, туда еще успеется. Красота.
Да. Класс. Деревья. Детская площадка. Скамейка, красота, все расчищено. Даже убрано. Молодцы коммунальщики, здесь более-менее нормально убрали. Мне самому даже нравится. Чувствуется, конечно, масштаб парка. Тоже на выход дорога идет, значит, нам сюда. Хотя можно было бы и меньший радиус навернуть, конечно же. А не основная дилемма, куда... Да ну я пойду здесь. Игровая зона, баскетбольные кольца. Вот она, игровая зона. Здесь не особо видно их. Они есть. Баскетбольные кольца, да я про... Вот, скейт-парк. Снежная красота. Еще видно одно озеро. Сколько их уже здесь? 4. Ох, а летом как здесь? Ну, в принципе, летом везде, конечно, в Самаре круто. А то оно и лето. Люди вон на лыжне тренируются. Все засыпано. Ну-ка, вот так вот пойдем. Да, вон еще. Еще озеро. Еще целый кратер. Надо, думаю, хватит вот тут. Снимаю, не видно. Да. Потрясающее место. Идем обратно, что-то мне здесь надоело ходить. Хочется поближе к водоемам.
деревья, пеньки, заросшие снегом. Где он не соблюдает режим самоизоляции. Кормушка для птиц. Сухарик положили, а? Вороне. Смотри, ягоды еще даже есть. В кустарнике там на них ягоды, а? Ну что, идем сюда. Немножко, конечно, такая хаотичная прогулка. Но тем не менее. Сюда вот мы. О, как мне нравится эти овраги, но понятно, что здесь было озеро. Да, оно что-то перестало. Вот здесь и вместо него вот такой вот овраг. Сороки летают. Ну что, пошли, пойдем кружок вот по этому оврагу. Эх, мне тоже нравится этот зимний хруст под ногами. Когда зима. Да. Деревья. Некоторые, к сожалению, не сбросили листья. Говорят о том, что они загнили. Уже, ну, что делать? Ай, вот так вот иду. Класс. Класс просто. Ловлю кайф от зимней прогулки. Вот, кстати. О чем я и говорил, вроде дерево, но зимой оно должно быть без листьев. Листья пожелтели, но не упали. Ладно, идем дальше. Торосы. Что я здесь всех птиц испугал. Yeah.
пока. Сейчас мы вернемся на основную трассу. Ну что, выйдем все-таки. Нет, не здесь. Вот. Люди с тросточками, скандинавская ходьба. Да, красиво. Зимнее такое озеро. Где-то еще вдалеке нечто подобие пруда виднеется, да? Значит, лед еще не везде застыл. Или там просто трубу прорвало. Ели, конечно, здесь. Всегда нравились. Все зимой ели в снегу. Вот они. Красавица. Тренажерный зал. Вон там он. Но сейчас никто там не занимается. Твердый. Ну, а он сейчас. Ну что, сейчас, я думаю, все-таки мы спустимся туда вниз, но только не здесь. А сделаем вот такой вот круг, но уже его сделали. И сейчас
спустимся вниз. Опасно. Хочу показать табличку. Опасно. Тонкий лед. Никого это не останавливает. Меня всего. А вот мы круг и сделали почти. Можно даже сказать, параллелепипед. Ведь пришли на эту точку за кафе. Но это хочу спуститься туда вниз все-таки. Там он. Я смотрю. Ох. Всегда надо сыграть этот красный дом. Едешь, так смотришь, красиво. Здесь очень красивая планировка, вот что мне нравится действительно. На Сартагоре. Так. Ну что, здесь спускаюсь, нет, чуть. Здесь довольно скользко. Вон там спустимся. Вот мы круг сделали, может даже еще круг сделать. Да что, хрен ли, не погулять по парку. Вот так вот я на лавочке сидел летом и рассуждал о политике. Да, вот здесь уже спустимся. Вот мы уже непосредственно на озере. Ну и куда пойдем?